Буквально несколько минут назад завершился Совет по науке и образованию при президенте России. Он проходил в режиме видеоконференции. Напомню, рабочую группу Госсовета по этим направлениям возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В видеоконференции также участвовали молодые представители Сибирского отделения Российской академии наук. В частности, президенту рассказали об уровне зарплаты и внедрении новейших разработок производства. Владимир Путин дал несколько распоряжений, а комментарий Андрея Травникова прямо сейчас в нашем эфире. Прошлый пандемийный сложный для всех нас год показал, что в стрессовой ситуации мы способны на быстрые и эффективные решения. И то, что вот сегодня президент озвучил по итогам дискуссии, обсуждения, свое решение о реформировании системы управления научно-технологическим развитием страны, о создании надведомственных органов управления, изменения состава президентского совета и создания правительственной комиссии по научно-технологическому развитию, я думаю, что это очень важно и будет позитивно и для деятельности многих научных исследовательских и инновационных предприятий здесь, в Новосибирске.